пропустил его немного. Владимир, здорово. Где твой дружок? Да что ты, блядь, не докидываешь-то, господи. Бля, ботик, ты не хотел бы пострелять по этому чувачку, который там прячется все это время? А? Ох, ёб, граната! Граната тут! Слева, вот здесь. Он уже куда-то правее отошел. Да не обей же, выходи! А, это там он уже бегает? Да ну ладно. Или это еще один? Все, забыл, кто тебе батон в будку закидывает. Вряд ли меня. Да, вот челик. Один. Да ладно, по-моему, я другого видел, типа. Хотя нет, он нашел эту каску. Он эту каску нашел в нычке, походу, я его и видел. Блять, сидит. Видели? Сидит жулик, блин. Отсюда, наверное, его никак не увидишь. Это вообще другой какой-то. Это с синей повязкой фиолетовой, твичевской. А, убежал уже, ты смотри, блин.
Это вообще какой-то левый чел, я не знаю. Слики. Ё-моё. Где ты был все это время? Уже настройки графики. Восклицательный знак настройки в чате. По-русски без пробела. Там будут настройки. Ах ты мышь, блядь. Он уже здесь сидит, вы прикиньте. Я не понял только, где он. Понял. Он, походу, перепрыгнул через мусорку туда, что ли, на ту сторону. Я не вижу его, я не знаю. Я слепой, блядь, или он на втором этаже? Вот ко мне идет в спину. А, в кустах вот тут сидит. Попал. Джи-джи, бро. Реально, джи-джи заставил попотеть. Дайвер, спасибо за 100 эликсирчиков. Благодарю. Да, это он. Я, конечно, не испугался, чат, но удивился, блядь, конкретно. Ёбаный ты тактикульщик, блядь. Что ты тут сидишь в кустах? Фух.
Блять. Придется это все в ролик ставить. Сука. Так, что тут у нас получилось? Как-то вот так чет. По-моему, семеро должно быть. Шестеро точно. 4, 5, 6, 7, да? Да-да-да. Но 3 голожопых от нулевого до 10 уровня. Остальные более-менее нормальные. Найс. Нормальный рейд. Можно досик сделать. Шайтан убивает новичков на таможне. И там опять убил новичков. И люди такие, а, понятно. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням. Иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты, поэтому кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть, если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.